все, возвращаюсь. Холодно на улице, но классный свежий воздух. Тут народ собрался, какой-то концерт, наверное. Или какое-нибудь спортивное мероприятие. Сейчас посмотрим. Так, сейчас. Вход. Стоит народ, что-то ждет. Или начнется, или закончится. А, наверное, начнется, если 9 вечера. Сейчас, может, концерт будет. Сейчас посмотрим, какие концерты тут проходят. Что-нибудь слышно? Что-то свет включен. Не, народ заходит, мне меньше народу стало. А значит, перерыв. Сейчас посмотрим. Слышно, да? Наушники концерт. Что там за концерт? Сейчас пойду посмотрю плакат или постер. Что, какое число? 31. Сейчас здесь место, где постеры висят. Я не стала ждать эту электронную рекламу, когда она появится. Я возвращаюсь домой. Холодно на улице. Ветер, холодно. А мне еще концерт давать. У меня там появились любители. Слушатели моей музыки. Так, смотрим, 31-е. Что тут? Сейчас посмотрим. Видите, сзади меня плакаты висят. Так, так, октябрь, февраль. Как что тут? Ага. Так, 2 февраля. Нет, у нас 31-е. Сейчас смотрим вместе. Первая марта. Угу. 5-е. Не знаю вообще, что там происходит. Может, какая-нибудь закрытая вечеринка. Потому что нету постера. Не знаю, что там. Может, какой-нибудь концерт есть. Не знаю. Ничего я не понимаю, что тут дело. Ладно, идем дальше. Народ стоит. А не знаю, что это такое. Что тут написано? Не знаю. Ладно. Очень свежий воздух на улице. Классно. После рисования, после моей мозаики и красок, после маски. Ах, классно, воздух он дышает очень. Так что скоро концерт. Ждите, там будут новые песни. Я обещала на прямых трансляциях играть новые песни. Так что скоро услышите. Появляется все больше и больше слушателей. Я очень-очень рада. Потому что, ну, это же классно, когда я это делала для себя. Играла, пела. И сейчас другие люди слушают и смотрят мои концерты. И получают удовольствие. Может, я кого-то делаю счастливым. Счастливыми. Это очень... Я очень рада. В этом трудном мире кого-то еще осчастливить, это очень здорово, что это возможно. Я буду делать все возможное, чтобы вас осчастливить. Потому что музыка меня тоже делает счастливой. Мое творчество, картины, музыка. Это все делать счастливыми. Многие этого не знают, потому что не пробовали. И, ну, и думают, что счастье это, знаете, в других вещах, но это не делает счастливыми, только делает какой-то момент, а счастье в другом. Ну, вот даже свежим воздухом подышать, делать счастливыми. Природа. Если у вас какая-нибудь депрессия, сразу выходите на улицу. Дышите свежим воздухом. Сразу депрессия пройдет. Посмотрите на деревья, на птичек, на вот, вот все, что вас окружает. Все пройдет. Все депрессии, все пройдет. Депрессия начинается, когда начинаешь вот в себе копаться. Ну как в себе копаться? Конечно, новости, вот это окружающее все действует очень сильно, кто как воспринимает.
я это очень сильно воспринимаю, поэтому потом играю песни, играю концерты, рисую, потому что я все это впитываю, вот это все, вот все вокруг, и новости, и ну, все, ну все, вот, всю жизнь. Я не живу вот так вот, только рисую, пою для себя. Нет, я вижу все, что происходит, и от этого очень больно, и поэтому рождаются песни, поэтому картины, поэтому всего много происходит, поэтому я хочу это все выплеснуть, чтобы дальше жить. Раньше делала это все по-другому, там пила, курила, там еще всякие вещи, только себя травила, и ну, это все было некрасиво, неприятно и не нужно. А сейчас вот так, как могу. Так что желаю всем добра, мира, любви, всего хорошего в этой трудной жизни. Давайте.